Ох, какой встречный удар справа проводит в этой весовой категории. Ну, просто вот, когда Моралес здесь может только вот каких-то неожиданных решений. Видите? Ну, у него вообще есть такое качество. Вот он присматривается к сопернику. Как только что-то начинает у Моралеса получаться, то... Ох, какая удачная атака Моралеса. Сейчас очень здорово действует. Очень так вот в ситуации большого риска. Очень удачно сработал. Выманивает соперника на себя в расчете на то, чтобы перехватить такой тактики. Моралес дал сопернику нанести. Пропускает тяжелый удар Эрик Моралес и с трудом удерживается на ногах. Да, это тревожный звонок. Говорил о том, что очень тяжелый удар у Дэнни Гарсии. Сумеет ли Моралес немного запоздало реагирует Моралес на атаки и вот пропускает, посмотрите, пропускает тяжелейший хук слева, и это все. На ринг выскакивают секунданты. Да. Ну, в принципе, все, в общем-то, было ясно еще после первого нокдауна, когда на неверных ногах вернулся в свой угол Эрик Моралес. И по его лицу, по его взгляду было видно, как ему тяжело. Ladies and gentlemen, we have the time of 1 minute 23 seconds in round number 4. Our referee in charge, Benji Esteves, stops the contest. He is the winner by way of knockout, still undefeated, and still the WBA, WBC, and Ring Magazine Super Lightweight Champion.